Домашний бородинский хлеб. Домашний бородинский хлеб, девочки, в Стамбуле. Да. Батуркюй. На закваске, не на дрожжах, без сахара, а на настоящем солоде. Поняли, девочки? Делаю не я, делает наша. Я делаю зефир. Это Ярославушка, вы же ее знаете, ребята? Привет всем. Ярославушка делает зефир. Тебе лично познакомься. Да, здравствуйте. Вот здравствуйте. Девушка, которая делает зефир. Делает бородинский хлеб. Да. Видите, потом в Стамбуле. Стамбуле. На весь Ютуб станете. На Ютуб будешь знать, да. Девочки, вот смотрите, сразу. Визиточка. Девочки, где мы с вами находимся? Ну-ка, давайте. Мы находимся в Ешелькёй, Рёне парк. Ешелькёй. Рюне парк. Недалеко от уже старого аэропорта, отсюда. Москва вас приветствует. Привет, Москва. Всем москвичам привет. Привет. Это мой постоянный подписчик из Москвы. Всегда нас ждём. Самый первый. Здоровья вам всем. Ждём. Вот новый подписчик, не знаю его еще. Здравствуйте. Новый подписчик, привет. Спасибо. Лайки, девочки, мальчики, не забываем. Мы находимся сейчас с вами в Агыркюе на ярмарке Бахча-чай. Ну, вот здесь организатор тоже нашей ярмарки в Бахчуе, Ира. Ира. Белик-дюзю. Белик-дюзю. Сейчас говорят, потом говорят, нет, откуда это там еще? Всего мира. У нас ярмарки проходят. Приходите к нам на ярмарку целый год, кроме лета. Когда будет ближайшая ярмарка? Белик-дюзю. Белик-дюзю, наверное, в сентябре. Вот из Уфы Зуля приветствует. А вот наш организатор. Вот это ярмарка. Здравствуйте. Ольга. Здравствуйте. Это у вас прямой эфир, да? Прямой эфир, YouTube. О, весь мир на связи. Литвамир, для себя есть возможность. Приезжайте обязательно все в Стамбул. Мы вас ждем. Гости. Прекрасная у нас всегда погода. Прекрасно. На ярмарку, на организации. Ближайшая ярмарка, девочки. Ближайшая. Ну, мы... где ближайшая ярмарка. У нас детские мероприятия, ярмарка ближайшего сейчас здесь. А, у вас детские мероприятия. Да, давайте, да, про да, детские да. мероприятия расскажите. В сентябре у нас возобновляются детские мероприятия. Где, в каком районе? В этом же районе, район Ешелькёй. На этой же территории Рёне парк. Здесь мы проводим детские бесплатные мероприятия, на площадке которых проходит ярмарка продажи. Все здесь девочки, рукодельницы могут арендовать столик и продать свои. Очень приятно, что вкусняшки. Вот смотрите, девочки, рукодельницы у нас. Вот это вот. Видите, где встречаются русские девочки турецких жён. Вот, пожалуйста, творят чудеса, зефиры пекут. Пекут бородинский хлеб. Внимание, внимание! Все послушайте. Давайте. Вот еще у нас организатор ярмарки Белик-дюзю. Елена. Елена. Ближайшая Белик-дюзю ярмарка когда? На следующей неделе, да? Да. Вот на следующей неделе. Во сколько? С 11 до 8. С 11 до 8. Ресторан Гиппетер Белик-дюзю. Хорошо. Как зовут девочку? Днем рождения празднуем, девочки. Видите? Видите, девочки? Как вам нравится, ребята? Пожалуйста, пожалуйста. Туда дальше не могу идти, там музыка играет, боюсь, забанит. Понимаете, ребят? А вы спрашиваете, где встречаются русские жены турецких мужей? Вот на таких ярмарках встречаются, знакомятся. Классная ярмарка. Спасибо, ребят. Вот вафли привезли, видите? Торт для тортов, вафли. Видите? О, чего только тут нету. Здравствуйте. Можно к вам подойти? Давайте подойдем. Сейчас всех прорекламируем. Всех. Девочки, я маску сняла, не знаю, можно, нельзя.
Вот, можно вас показывать? Конечно. YouTube прямая трансляция. Можно. Попробуйте тортик. Ой, спасибо большое. Рассказывайте, рекламируйте свою продукцию. На Белюк-Дюзю приедете? Приедем, если пригласите. Вот, приглашают же. Обожаю печь. Белюк-Дюзю, вы меня знаете? Меня разбудите в три ночи, да, знаю. Меня разбудите в три ночи. Нет, не скажите. Я не организатор, нет. Вот девочки приглашают на ярмарку. Да, я слышала. Давайте, да? Рассказывайте про торты. Что тортики вы печете? Я пеку, это у меня киевский, это не по ГОСТу, это авторский киевский. Поняли, девочки? В нем сливочный бисквит. Безе, очень много грецкого Почем ореха. Почем кусочек? Кусочек по 30. То есть каждая шапочка – это кусочек. Угу. Он очень нежный. Есть, да, есть меренговые рулетики. Это все, что осталось, конечно. Все, что осталось. Да. Есть малинка, тоже есть клубничка. Они, да. Все. Вот, видите, разобрали. Есть холод, я вам в холодильник. Пройдемте в холодильник. А, подождите, а трубочки вафельные почем? Есть вафельные трубочки. Они с белково-заварным кремом. Угу. Почем трубочка? Трубочки парочка 15. Меренговые рулеты очень вкусные. Есть домашнее овсяное печенье. Спасибо большое. Домашнее печенье. Овсяное печенье, как в детстве. Я сейчас хотела, такая же разница. Также пойдемте к холодильнику. Как вас звать? Что? Зовут вас? Меня как? Зовут Гульбану. Гульбану? Да. Есть вот такие вот пироженки. Сегодня детки только так бегали это, за ними. Это, видать, пломбир, да? Это эскимо. Да, эскимо. Почем? Брауни по 25. Внутри нету сахара. Сладость полностью за счет темного шоколада. Есть также глазированные сырочки. Это все будет в Белюк-Дюзю, правильно? Конечно. Потому что в Белюк-Дюзю очень много русскоговорящих наших с постсоветского пространства, они обязательно придут. Вот сейчас реклама, вы можете воспользоваться. Понимаете? Да, большое спасибо. У вас есть же бесплатно, прорекламирую на Белюк-Дюзю. Увидят видео, придут и купят. Ой, у вас. Спасибо, понимаете? Большое. Приходите. Все, привет передавайте всем. Большое спасибо. Можете всем своим передать. Вдруг увидят. А вдруг? Действительно, всем большой привет. Все, спасибо большое. Да, девушка, слушай. Понимаете, девочки, как дружно мы тут живем. Вот Наталья, правильно? Вот продает продукцию с постсоветского пространства, да? Наверное, из Украины, нет? Из Украины. Все. Халва, пожалуйста, из семечек подсолнечника. И салаты тут у нас есть. А салаты от Марковча почем? Коробочка по 20. Это 25. Грибочки, баклажаны. Либо по-корейски. Это по-корейски, естественно, салаты. Все. Капусточка своя, орешки 25, трубочки, чай, чего только. А колбаса тоже есть? Колбаса. Колбаса у нас дома. Сало есть? Сало. Турки спрашивают, сало есть? Есть. Есть. Почем? Копченые или просто полукопченые? Мы продаем им самое. Почем 250 грамм? Или как вы? 125 лир килограмм. 125 лир килограмм. В ассортименте, в общем, да? Буженина у меня, есть рыба, соленая селедка. Есть селедка почем, девочки спрашивают? Селедка 35 лир, Матис. Матис, да? Все, девочки, приходите. В Белюк-Дюзю придете на ярмарку? А, вот, пожалуйста, Наталья живет в Белюк-Дюзю. Обязательно там будет. Приходите, девочки. Когда будет Белюк-Дюзю, мне сказали, девочки, я забыла уже. А, вы на ярмарке не будете? Расскажите, давайте. Ярмарка. Страница есть в Инстаграме. Ага. Как называется? Прям так и называется? Да, да. Угу. Пока вот с датами, ну, я не определилась. Еще раз, Инстаграм, Бахчишвили, ярмарка. Да. Визитка есть? Визитки нет. Покажите свою страничку. Покажу. Девочки, кто живет в Стамбуле, пожалуйста. Может быть, ближайшие районы, приходите. Вот. Сейчас девушка нам подскажет, как позвать. Меня зовут Ждана. Пожалуйста, страничка в Инстаграме. Какую-нибудь картинку покажите. Пожалуйста. Приходите, девочки, кто живет в
Стамбуле, приходите на ярмарку. Когда будет? Планируем, наверное, первая неделя июля. Кроме Инстаграма еще где-то есть оповещение будет? В Инстаграме и Фейсбуке тоже. Прям так и называется. Фейсбук и Инстаграм. Девочки, кто живет в Стамбуле, приходите, пожалуйста. Понимаете? Вот такие золотые ручки у наших девочек. Представляете? Он с детишками приходят, покупают все. Чаи, вот сгущенка тут у нас. Все есть. Не надо, говорит, меня рекламировать. Мы кушаем, говорит. Не мешай, говорит, нам. Мы кушаем. Ярослава занята, ребят. Ярослава вся в делах и в заботе. Не буду мешать, ребят. В общем, как-то так, ребят. Красота моя. На улице. Напишите, связь хорошая. Меня видно, слышно. Из Москвы привет всем девочкам. Ярмарка, молодцы. Нерендовый рулет уже вкусный. Классная ярмарка. Какие молодцы девочки. Привет, Татьяна. Здравствуйте. Я отойду на 5 минут, но я пока буду на судьбе. Спасибо большое. Привет. Что вам еще показать, ребят? Там на улице музыка играет. Я не могу показать. Там наши тоже русскоговорящие девочки. Две девочки. Я в видео сняла. Дают представление. Детишек развлекают. Вот здесь на улице с детишками занимаются. Я боюсь, это музыку не пройдет. Вот там шарики, где стоят, видите? Вот здесь. Вон, видите, девочки, представление дают. Боюсь, это забанит меня. Не пройдет, жалко. Да, картинка чуть размытая. Ой, девочки, вы как плохо. Приветик, классно, такие яркие часто бывают. Ну вот после локдауна сейчас будут проводиться часто. Ой, здесь музыка. Вот девочки, видите, девочки стоят, представления дают. Подарки какие-то дают. Ой, девочки, куда бы мне сесть? Ой, здесь совсем музыка. Боюсь. Куда бы мне сесть, а? С Ярославушкой хотела пообщаться. Картинка размытая, интернет, значит, здесь слабый. Антенна, наверное, далеко. С Ярославой 5 минут пообщаюсь и пойду. Девочки, мы так долго ехали, 1,5 часа ехали до этой ярмарки. Очень долго. Очень это душно. И дождь прошли, и солнце прошли. И все прошли. Все. Давай, рассказывай, красота моя. Привет. Как рассказывай. Дела? В общем, ну, сколько мы не виделись? Давно мы не виделись. Но дружба наша крепкая и сильная. Да, сильна. Да. Я надеюсь, что у Танечки все в порядке. Да нормально. Да еле доковыляла. Да ладно. Даже дождик не помог. И дождь, и солнце. Вообще, видишь? Все здорово. Что у нас? Нормально. Мы на ярмарке с зефиром участвуем. Нравится мне это дело. Очень рада вас видеть всех. Особенно Танюшка, прям сюрприз такой. Приходи. Не ждала, да? Не ждала, да? А мы не ждали, нас там приперлись. Вот так вот. Рассказывай, где будешь на ярмарке? На следующей неделе, дай бог, у Леночки в Гипетто буду. В Гипетто это ресторан «Белик Дежу». А дальше уже как бог. Какого числа, если сказать? 26-го. Ну, в каком месяце сейчас? Июня. Да. Приходите, девочки, кто живет в Стамбуле. Приходите, девчонки, приходите. Хотя бы просто для общения. Я очень горячая я такая обстановка. В смысле, хорошая. Вот. Ну, и, конечно, лет. Я тут спрошу, сколько лет. Нам мало. Да ладно, молодухи. Мы молодые. Девочки, мальчики, приходите, будем очень рады. Вот праздник живота у нас здесь. Да, кстати, живот действительно празднуется каждую неделю почти, как открылись вот мы. А что нам еще делать, молодым до завтра? Что нам еще делать, девочки? Давайте приезжайте с нами. Приезжайте, приглашаем вас на ярмарку, ребят. Буду закругляться.
давайте, до 15 минут посидим. Мальчиши на улице. Ой, жалко, на улицу нельзя выйти. Музыка играет. И боюсь, что забанят. Боюсь, забанят. Не пропустят музыку, там музыка. Может, авторские права вдруг нарушат, понимаете? Поэтому, в общем... Девочки, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 столов, может, чуть больше. 10 столов, за каждым столом своя хозяйка и продает свою продукцию. Вот эту ярмарку организовала, ну, наши русскоговорящие девочки. Давайте вас почитаем. Турцию открыли, красота, приедем. Турция всегда была открыта, это в ваших странах она была закрыта. Мы также рады вас всех видеть, праздник живота. Спасибо, девочки. Женщины, спасибо. Девочки, меня слышно, видно? Хоть громкость идет, звук идет, картинка размыта, звук идет, нормально, слышно. Я тут стараюсь. Ну, что делать, интернет такой? Что делать? Есть вопросы еще, ребята? Ярмарок в Стамбуле будет много. Вот это начнется, школы, не волнуйся, слышно, спасибо, Анжел. Лето начнется, сейчас же еще детишки учатся, понимаете, звук нормальный, спасибо, ребят. Я бы с удовольствием пошла, жалко, в Болгарии нет таких ярмарок. Я чисто случайно, девочки, вчера на Инстаграме у Ярославушки увидела объявление, пошла в русскую группу на Фейсбуке, там посмотрела, где, когда, во сколько, чупа-чум, короче, мальчиши это, сагитировала, и мы приехали. Мы хотели поехать к свекрови, но Айден говорит, нет, потому что мы полтора часа сюда ехали. Нет, говорит, не пойдем, здесь Чукчик-Меджи не так далеко. Мы, говорит, не могу, говорит, жарко, и в машине этот, кондиционер барахлит, во-первых. Полтора часа мы ехали, и дождь проехали, и солнце проехали. Короче, в Стамбуле вообще парилка, как в парнике. Вот я стою, вся вытираюсь, не знаю. Очень жарко. Ой, девчонки все красавицы, все красотки, у всех руки золотые. Только вкуснятин. Ой, глаза разбегаются. Все хочу. Вот такие вот дела. Девочки и мальчики, еще вопросы есть? Еще есть вопросы? Задавайте. Вкуснятину давайте покажу, подразню вас. Девочки, подразню, вкусняшками подразню, давайте. Сагитирую вас, чтобы на ярмарке приходили, девочки. Вот картины потрясающие, просто. Не устаю повторять, русские магазины есть в Стамбуле. Ну вот же, я показываю русские магазины, девочки. Ну куда еще руснее, а? Пожалуйста, рекламируйте страничку. Есть у вас эта страничка? В телефоне. Покажите. Есть же возможность показать. Сейчас вот такие вот картины делают. Посмотрите. Вот страница в Инстаграм, пожалуйста. Девушка. Вышиваю на заказ. Пожалуйста. Картины эти. Алмазная вышивка. Алмазная вышивка, пожалуйста. Оформление в рамке. Пожалуйста. Девочка, красота неописуемая. Неописуемая. Просто. Видите? Ну все, давай. Давай. Все? Уходите, что ли? Нет. Расскажи что-нибудь и... Что-нибудь рассказать. Ну, что рассказать? Тяжело делать зефир в домашних условиях? Нет. Я получаю огромное удовольствие, поэтому его и делаю. А вот где ты берешь ингредиенты? Там же нужны специи. Ну, ты в смысле это в Турции покупаешь? Нет, ты в Турции покупаешь? Или в Турции тоже есть. В Турции тоже есть. Короче, секреты не выдает. Нет, девчонки, если приедете ко мне домой на кофе, секрет расскажу. Она даже на кофе приглашает. Да, некоторых я уже давным-давно жду на кофе. Прикиньте, девочки, она даже вас на кофе домой к себе приглашает на зефир. И даст урок, наверное, даже. Урок нет, не дам, потому что, ну, это не цель моя, давать уроки и так далее. Это вот просто для удовольствия. Вот почем коробочка? Такая коробочка, здесь не хватает одной штучки. Здесь на ярмарке сегодня продаю за 35 лир. Накомительная цена. 8 вкусов. Двойной дуплекс.
Да, двойные. Ну, классические двойные, друг друга приклеенные. Вкусы достаточно разнообразные. Здесь и клубника, да, и персик, и что еще? Слива есть, лимончик, апельсин. Апельсин может быть уже последний в этом году, потому что сезон закончился. Да. И вот обычно турки не очень... Да, зефира сам. Они печеньки, с печеньем, да, с зефиром, печеньки. И вот на пробу бесплатно дают. Даю, обязательно. Поняли? Ребят, приходите. Смотри, русский магазин наш. Ну вот еще что-то показывает. Русских продуктов. Подошли, идем познакомлю. Так, это корейская косметика. У нас Леночка. Корейская косметика. Леночка и Юлечка. Здравствуйте. Леночка и Юлечка. Леночка и Юлечка. Пожалуйста. Корейская косметика. Ой, коллаген прям, смотрите. Это, наверное, прозрачная или нет? Пудрочка-то. Это, да. Это с тоном. 20. Нет, пудрочка. Вот а, это. Пудра? Или это тональная пудра? Это пудра, она... Тональная. Рассказывайте, батоны, девочки. Батоны в наличии. 20 для темной и для светлой вот кожи. Вот мне 50 лет, допустим, да? Не допустим, а герчер. Это. Вот что мне можно для подтяжки моей кожи? 50 лет. У меня комбинированная кожа. Вот что вы мне можете посоветовать? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Это наша старая знакомая, а имя я забыла. Вот так вот. Помните? Русская ярмарка в Кадыкёе. Да, я вспомнила. А вот так вот. Давайте, рассказывайте. 50 лет, женщина, комбинированная кожа. Что мы? Вода с тобой? В машине. Здесь, может быть, можно купить, спросить. Ушел. А теперь мы начнем с корейской косметики. Давайте. Корейской косметики не смотрят на возраст. Корейская косметика всегда смотрит на состояние вашей кожи. Смотрим на состояние вашей кожи, что мы видим, мы видим начинающиеся возрастные изменения. То есть у нас есть морщинки, есть немножко заломчики, но в общем и в целом кожа в хорошем состоянии. Состояние кожи довольно-таки, можно сказать, для такого возраста в прекрасном состоянии находится эта кожа. А сейчас будем смотреть по продуктам. Так, что у нас имеет место быть? Расширенные поры. Кожа нормальная немножко иногда. Нормальная или сухая? Жирная. Вообще нормальная комбинированная. Склонная к аллергиям или не склонная к аллергиям? Замечательно. Тогда смотришь. С чего мы начнем? Начинаем мы с умывания. Для того, чтобы... Умывалка, девочки. Умывалка. Это что, пенка, скраб? Скраб это. Скраб, пенка. Также у нас есть пеночки. Маленькие. Вот у нас есть пеночки. Цены все написаны, девочки. Цены все написаны. Для вашего типа кожи. Что мы можем посоветовать? Прекрасная умывалка. Очистит, увлажнит. Q2, пожалуйста. Q2. А потом... Очистит и увлажнит. Есть у нас с витаминами, потом у нас есть экстрактом зеленого чая. Она подойдет для всех типов кожи, но, наверное, все-таки более для чувствительной, с расширенными порами, склонной к аллергиям, жирной комби. Прекрасная пенка. Сулитка еще есть. А вот слезки там, улитки, или как это называется? Мужчин улитки. Мама отлично рекламирует. Есть коллаген, нам тут размер 180 миллилитров. Потом с яйцом есть, и еще тоже с улиткой. А что с яйцом? Дома намешаю яйцо, маму люку, буду красавица. И сразу омоложусь. Для проблемной кожи вот есть. Дальше, после умывалки что мы будем делать? После умывалки мы наносим тонер. Зачем нам нужен тонер? Тонер нам нужен для того, чтобы увлажнить кожу. Увлажнить кожу и все последующие этапы, чтобы глубже проникали в кожу, чтобы они лучше там работали. После тонера мы наносим сыворотку либо ампулу. Девочки, бесплатный урок. Понимаете? Ампула – это высококонцентрированная сыворотка. Ампулы всегда нужно использовать курсами, потому что это очень сильное средство. Мы наносим ампулу либо сыворотку. И для того, чтобы сыворотка работала долго и плодотворно во всех слоях кожи, мы запечатываем это дело кремом.
У крема только одна функция – запечатать все полезные средства, которые были получены из сыворотки. Угу. Мы выбираем любой, вот, допустим, прекрасный крем с пептидами для возрастной кожи. Замечательный выбор. После того, как мы нанесли крем, в зависимости от того, какой у нас УВ-уровень, так как мы живем в Турции, у нас летом это всегда 6-8, мы наносим солнцезащитный крем. Вот у нас есть солнцезащитный крем. Девочки, цены все есть, вот, пожалуйста. Цены все есть. Мы наносим солнцезащитный крем, и уже на солнцезащитный крем мы его тонируем либо тональным кремом, либо пудрой. Девочки, еще раз спрашивают, где вы сейчас находитесь? Мы сейчас находимся на ярмарке в Ешелько, Рене Парк. Ждем вас всех. Пожалуйста. Бахче-чай называется. Все. Также у нас есть шикарные сеты. Это, ну, это косметика, да. Это сет Охви. Передовые корейские технологии, фильтраты. Все растительные ингредиенты выращены на острове Чеджу. Экологически чистый остров. Передовые технологии. Цена 550 условных единиц. Сет двухэтажный. Девочки, вы поняли? Сет двухэтажный, не просто так. Вот так. Здесь у нас два этажа красоты. Это для кожи с возрастными. Спрашивают, завтра тоже вы будете здесь? Нет, завтра мы здесь не будем. Завтра комендантский час, девочки. Завтра комендантский по час, Турции. Мы по домам, да. Когда ближайшая ярмарка? Где вас можно найти? Нужно интересоваться у организатора. У нас есть Ольга. Белик-Дюзю. Бейлик-Дюзю. Ближайшая. Ближайшая, значит, Лена. Вы придете? Еще раз. Наверное, 26 июня будет Бейлик-Дюзю. В субботу. Да. Потому что по воскресеньям в Турции комендантский час. Да. В субботу, 26 июня, намечается у нас... Приходите в Бейлик-Дюзю. Как ориентир найти, девочки, Стамбул большой? Как вот в Бейлик-Дюзю? Как? Ресторан Гефетто Класс. Еще раз. Ресторан Гефетто Класс. Поняли, девочки? Кто живет в Стамбуле, приглашают вас всех на Бейлик-Дюзю ярмарку. Дальше продолжаем. Карго дальше. Карго еще отправляют. Карго. Ситочки наши. Контакты. Лена. Юля, Лена, пожалуйста. Бейлик-Дюзю мне далеко, блин. Ну, значит, будете ждать, когда будет... Карго отправляют. Вот, карго есть. Отправляют. Вот только что показала. Вот, девочка. Если корейскую косметику, то вот. Пожалуйста. Не надо никуда даже будет приходить. Вот, позвонили. По Стамбулу по, карго быстро доходит, то есть, допустим... Да и по Турции тоже. Да, один день. Да. Также у нас ко всем покупкам есть вот такие шикарные подарки. Идут тканевые премиальные маски. А, девочки, бонус вам еще дадут, смотрите. Бонусы. Вот это премиальная маска от косметического бренда Jeju. У них девиз «Красота без инъекций». Маски шикарные просто. Сколько там маски? Тканевые маски. Обычная такая маска стоит 25 лир. В честь ярмарки она идет бонусом. Коробка огромная, маска одна, да? Коробка объемная, 10 масок в одну коробку. Поняли, девочки, 10 масков на халяву. Девочки, вообще. На халяву плюс вообще. То есть есть какая-то есть. Туши есть вот такие прекрасные. Тушь. Блеск, вы посмотрите, какая это красота. Это точек. Сейчас я вам покажу секунду. Смотрите. Вот, девочки. Каргу по Турции отправляют. Корейская косметика. Вот у нас такой бальзам. Бальзам. Шикарно. Украшение любой косметики. И пахнет, по-моему, 60 лир, пожалуйста, девочки. Ой, спасибо большое. Пожалуйста, все для красивый, вас, девочки, все для вашей красоты, пожалуйста. И карго отправят, и все, что хотите. Еще бонус дадут. У нас также есть килограммовая. Сейчас она на скидке 260 лир. Морской коллаген. А? Морской. Да. Марины море, я так понимаю, да? Да, она 310 лир, но сейчас на скидке 260. Также есть 300 грамм, 100 лир. Ого, 300 грамм, 100 лир. 300 грамм, это вам на сколько хватит, девочки? Срок годности не ограничен?
Нет, вот большой это. Срок года. Вот это. Ой, извините. Его на 10 раз примерно. 10 применений хватит. А такая огромная. На 10 всего раз? Или 20 лет. Лена, мне кажется, прям много. На 10 хватит. На 10 процедур. На 10 процедур хватает. Вот этого пакетика 300 грамм. А с какой периодичностью делается? Раз в неделю? Два раза? Раз-два раза в неделю. Девочки, 300 грамм. Очень хорошее масло. Вчера тоже сама протестила. Кожа сияет, просто увлажненная. Вот, видите? Девочки, приходите. Еще скрабики для тела очень хорошие. Скрабики для тела. Вкус очень ароматный остается. Также тоже я вот подарочек иду тоже скрабики на выбор. Есть коллагеновая масочка, ночная маска с центеллой. Девочки, маска сказали, каргу отправляют. Вот. Подарочки тоже ложим. С подарочками да, еще, представляете? По маслу тоже можно. Такие подарочки идут. Зеленый чай. Да. Приходите, девочки, каргу отправить бесплатно. За ваш счет, наверное, да? По Стамбулу каргу 11-15 лир. 11-15 лир по Стамбулу. Все, девочки, помашите рукой. Спасибо большое, вам ждем вас, приходите. Лена и Юля вас ждут, девочки. Спасибо. Сейчас к солнышку сходим. У вас солнышко? Там занято же. Ой. Как, девочки, понравилось вам, нет? Не, мне интересно вот это, конечно, косметика. Мне понравилось. 300 грамм, блин. Представляете, 300 грамм. Это хорошо. Ой, жарище, девочки, я вся мокрая. Жарище. Здесь нет, не, есть кондиционер, но он не работает. Супер, сегодня раньше бы знала, я тоже приехала, жалко. Вот Азиза. Вас что, Азиза, вас что конкретно интересует? Я сейчас подойду. Если есть визитка, контакты вам оставят. Конкретно что вас интересует? Ну, салаты, наверное, тоже высылают карту, я не знаю. Ну, печеное 100%. Вот Ярослава зефир вышли к вам. 100%. Ярослава, покажи свою визитку. Она вышлет вам, если в любой город Турции. Она вам вышлет. Стой, вот так надо сказать. Косметика и торты интересуют людей. Вот Ярославов в этот есть. Пожалуйста, звоните. Зефир и мир в Инстаграм. Девочки. Спасибо. Далеко, говорит, блин, Белик-Дюзю. Не могу прийти. А метробус прям... Интересуют ее торты и косметика. Азизу. Вот Азиз косметику показала, торты. Торты, торты кого вот, советуешь? Гульбануши пойдем. Ну, а я была только что. Не так. Спасибо, а я тебя дорогая. Познакомилась с Гульбанушей? Гульбануши мы снимались. Вот да. Гульбануша, ой, это Танечка. Танечка, я, да. Вот, ну, Гульбануши шикарные тортики. Вы можете выслать каргу? По 30. Сейчас она занята. Гульбануша с курьером высылает. Может. Да. А сейчас. Вот Валечка, организатор тоже у нас ярмарок. У нее тоже корейская косметика. Пожалуйста, обязательно, девочки. Да, познакомьтесь. Визитку покажите, девочки. Интересуется косметика, торты, карго. Высылайте карго. Да, отправляю Юрке Чикарго каждый как день. Как надо звонить, куда вам, как написать? Стамбул, девочка живет да. Недалеко, в Белик-Дюзю, говорит, ехать далеко. Но у нас карго ежедневно, на следующий день у нас уже я доставочка. С Кадыкёя девочка Азиза смотрит нас в данный момент. Интересуется косметикой и торты хочет. Валентин, вот это вот, правда? На сайте, у нас есть сайт для русскоязычных. Где, на Фейсбуке или где? А нет, вот в Инстаграм, в шапке профиля. Instagram, не всех конечно, есть Инстаграм, вот понимаете? Инстаграм называется. Кроме Инстаграм, где-то еще есть? В Instagram там музыка, я не могу. На сайт русскоязычный. Прямо сайт русскоязычный. А как он? А как его? Поставки еженедельно. Все продукты, описание на русском. Не, а где его? В Google забить прямо или как? Да, можно в Google забить. Вот я профан, не знаю. Хочу косметику корейскую. Где купить? В Стамбуле, в Кадыкёе живу. Где, как, чего наберите найти? Наберите Корея косметика Стамбула. В Google забью. Да, и мы сразу будем. Девочки, вот объясняю, смотрите. В Google забьете вот это. Корея косметика Стамбул. В Google, прям в Google зайдете. Забьете вот это, напишите. И вам выйдет страничка вот Валюши.
Туда зайдете, и все контакты, все у нее там есть. Вот торты, пожалуйста. Тоже человек отправляет каргу по Турции. Отправляете? Курьером по Стамбулу, наверное. По Турции нет. Поняла, Татьяна, спасибо. Вот Азиза ваш потенциальный клиент, понимаете, девочки? В Кадыкёе человек живет, интересуется тортами и косметикой. Все, она сейчас говорит, я все поняла. Понимаете, девочки? Понедельник отправим, во вторник в Кадыкёе уже получите свой заказ. Да мне кажется, утром отправите, вечером получите. А мы в Кадыкёе отправляем. В Айкики вечером отправляют, я уже утром имею. Смотря кто, мы сотрудничаем с Кадыкёе. А, и от каргистов зависит. Понятно. Вот, девочки, вкусняшка. Дрожну вас. Девочки, ой, музыка здесь, музыка. Я боюсь музыка. Все, девочки, наверное, буду заряжаться. А? Все? Азиз, я надеюсь, вы меня не подведете, что-нибудь закажете, скажете от Татьяны. Я пришла от Татьяны. Прямо можете это, если контакт, который я вас показала, вы можете написать, что мы вас увидели у Татьяны на канале. Вот хотим заказать. Что тут продают? Ой, Галина, пропустили. Столько вкусняшек, столько всего. Пропустили. Вам надо сначала стрим смотреть, Галин. Честно, не вру. Девочки, напишите. Вкусно? Все, девочки, буду закругляться. Я не знаю, что там она снимала. Какая там видимость была. Ну, говорят, что звук был хороший. Что, еще что-то мне покажешь? Конечно, солнышко свожу тебя. Ой, говорят, наши продукты. Украинские продукты. Ой, девочки, колбаса, сало. Чего только, девочки. Анжела. Это Танечка наша. Да, девочки, пожалуйста. Это шикарное домашнее копчение, красная рыба. Пожалуйста. Наловили утром, вечером закоптили, на следующее утро принесли. Вот так вот, девочки. И все правда. И все правда. Почем рыба? Я не знаю пока еще. Матиас, почем? Крабовые палочки, девочки. Пожалуйста. Все есть, килька, шпроты. Каргу отправляют? Каргу отправляют, да, ну, Саша? Ну, 100% могут отправлять. Да. Есть координаты, где вас? Вот девочки в Стамбуле живут, в Кадыкёе, хотят купить. Белюк-Дюзю не приедут, сюда сегодня не попали. Как вас найти? Объясните. А вот наш номер телефона. Давайте. Мне могут позвонить. Пожалуйста, номер, девочки. Или написать на WhatsApp. По Турции или только по Стамбулу? И по Турции, и по Стамбулу. Пожалуйста, девочки. Сейчас. Видно? Пожалуйста. Продукты солнышко. Позвонить и все, как мой сын говорит, позвонить и все окей. И горчичка, и хрен, и чего только, смотрите. И печень трески, и сыры, пожалуйста, сырокопченые всякие. Всего-всего. Ой-ой-ой, сколько вкусняшек, у меня слюнки текут. И сосиски. Ой, даже вот это вот есть, понимаете? Все есть. Чаи, все есть. Пряники, сушки, кто скучает. Гречка. Гречка почем? По 25 килограмм. Манка покажет, пожалуйста. Девочки. Все, девочки, будут закругляться. Спасибо, Танюшка, огромное. Спасибо большое. Буду закругляться, девочки и мальчики. Спасибо, что пришли. Сейчас спрошу, девочки. Сейчас спрошу. Спрашивают, почем вот это? Вот это почем? Просто цену скажите, что вот это почем? 70. Все, девочки, буду закругляться. Почему? Потому что уже много сидим. Всем спасибо, кто пришел, ребят. Всех вас обнимаю, всем салютую. Спасибо, низкий поклон. Не подведите, девочки. Еще и... Ну а что? Ну а что? Все взрослые люди, что такое? Кроме, знаете, сколько вкусняшек было? Я говорю, вот от начала стрима пройдите, посмотрите, чего только здесь нету, девочки. Вот и познакомились.
и уже как бы круг общения, и по-русски пообщались, и понапробовались вкусняшек, и вот клиентов нашли друг другу, понимаете, обменялись контактами, и встретились, и еще договорились, что в Белигюзу придут. Понимаете, это же супер. Ой, какая малышка маленькая пришла, не буду показывать, девочки. Недавно, видать, родилась. Ай-яй-яй, смотри, я это показала. Кавказские порошки. Я все показала. Все, девочки, всех. Молодец, говорит. Молодцы, девочки, вы все. Спасибо. Всем привет вам большой. Девочки, там анекдоты правильные. Все, девочки, спасибо большое всем, ребят, кто пришел. Всех обнимаю, всех люблю. К свекрови не поеду. Мои чеши сидят на улице, уже закупались. Пойду я, девочки, домой. Домой поедем. Все, всех вас обнимаю. До встречи, ребят. Спасибо большое. Пока.